Республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты». Первый в Беларуси фармацевтический завод. Сегодня это лидер белорусского рынка лекарственных препаратов. Завод ведет уже 90-летнюю историю своей деятельности. Он был основан в 1929 году и производил мази, настойки, капли, таблетки, бинты и саше-пакеты. На сегодняшний день предприятие – единственное в стране, где наладили производство инсулиновых препаратов эндокринного и биотехнологического происхождения, средств для лечения онкологических заболеваний и туберкулеза, наркотических и психотропных лекарств. Ежегодно регистрируется и поставляется на фармацевтический рынок Беларуси не менее 10-15 новых наименований лекарственных средств. На базе предприятия действует крупнейший в стране научно-исследовательский центр. 120 высококвалифицированных специалистов ежедневно трудятся над созданием оригинальных препаратов и аналогов зарубежных разработок. У нас работает сегодня 9 кандидатов наук, 2 профессора, которые занимаются вот этими новыми разработками. И на сегодняшний день, что касается производственных возможностей, имеем, так сказать, возможность произвести любой продукт в виде дженерика, даже очень сложный. Сегодня в арсенале Белмедпрепаратов более 350 наименований продукции. Евразия, Северная и Южная Америки, Австралия доверяют и выбирают компанию Белмедпрепараты. В планах поставлять за рубеж половину от общего объема производства. Построены и введены в эксплуатацию 2 предприятия – в Лиде и Скиделе. А это новые рабочие места и перспективы для роста. Фармацевтический гигант сейчас насчитывает 12 технологических и 7 вспомогательных цехов. А это ни много ни мало территория в 40 тысяч квадратных метров. Белмедпрепараты. Технологии на службе здоровья.